بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Продолжаем наш урок по книге Бахчату Назар. Четырехсотый вопрос. О враждебном отношении к благочестивому рабу Аллаха. Это грех. Это очень нехорошо. Аллах запретил своим рабам враждовать с благочестивыми. Вообще нельзя враждебное отношение иметь к верующему человеку. Но вражда по отношению к святым, благочестивым рабам Аллаха, это грех и человеку большой опасности. Потому что пророк Мухаммад, алейхиссалям, он сказал, что Аллах Всевышний сказал, Ман ли валиян, бил харб. имам Бухари передал этот хадис, и Он означает, что тот, кто враждует с благочестивыми рабами Аллаха, Аллах накажет Его. Он враждует с тем, кому Аллах дал почетность, кого Аллах любит. И Он, конечно же, не завидует положении. Поэтому мусульмане, мы обязаны любить благочестивых рабов Аллаха. И нельзя с ними враждовать. Кто такой благочестивый раб Аллаха? Это тот, кто выполняет свои обязанности, избегает грехи и делает помимо обязанностей много хорошего, много сумны. 401 вопрос об обмане в сделках, в торговле. Это харам. Умышленно преувеличивая качество товара, разукрашивая, вводя человека вот, в непонимание реальности, это грех. Обманывать вообще грех не только тор в торговле. 402 вопрос об использовании посуды из серебра или из золота. В исламе это запрещено значит это запрещено и это нельзя. Использование золотой или серебряной посуды и даже не используя, но сохраняя у себя дома, как золотая или серебряная посуда, это запрещено. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал в одном хадисе, вот в его животе будет огонь в судный день того человека, который Пил или ел с такой посуды из золота или серебра. Вот такой смысл хадиса, который передал имам муслим. Если Аллах не простит и накажет, то в желудке человека будет огонь ада. 403 вопрос о оказанной помощи для совершения греха. Это соучастие в грехе. Это грех. Потому что если человек хочет сделать грех, а другой ему, либо словами, либо каким-то другим способом помогает в совершении греха. Так он совершает грех. В Хуране сказано, не помогайте при совершении греха, не помогайте в совершении зла. Аллах запретил это. 404 вопрос. О положении того, кто оставляет соблюдение обязанностей своих. Запрещено пропускать обязанности, например, не выполнять фар дамаз или не соблюдать пост месяц Рамадан. Ну и все обязанности, которые Аллахом возложены, оставлять их большой грех. И даже если он это делает, но не так, как по шариату. Например, намаз он делает неправильно, то он не считается, ему большой грех. Пост он соблюдает неправильно, нарушая рукны или делая то, что нарушает это соблюдение, то опять грех, это большой грех. А также запрещено откладывать соблюдение обязанностей, если для соблюдения их определено время в шариате. Без оправдания откладывать, например, намаз на другое время, то большой грех. 405 вопрос о том, чем является использование животных как мещень. Ну, или тяжелыми предметами во время охоты убивать, разрывать животных. Это все запрещено. Что касается, вот, как мишень брать живые существа для того, чтобы проверять, правильно стреляет, точно попадает или нет, то это харам. Разрешена в исламе охота по необходимости, а так просто так брать и стрелять в птиц, когда нет никакой нужды в этом, и убивать их, этого нельзя делать также запрещено а вот, с такими тяжелыми смертоносными такими приспособлениями или оружием убивать животных даже во время охоты например разрывать их гранаты бросать там и так далее или раздавливать тяжелым таким большим камнем и что касается самой охоты есть объяснение охотятся мусульмане для, по необходимости, для нужды или для защиты, если есть угроза. А так в других случаях, когда нет необходимости, не надо убивать живые существа. 406 вопрос. О женщине, которой умер муж, что касается траура. Траур есть, если у женщины умер муж то она должна э, определенное время избегать таких э, праздничных нарядов, э, украшений, которые вот исключительно показывают как демонстрация праздника. Ведь у нее траур. Она имеет право уйти из дому или разговаривать с другими людьми. И не надо нам зеркала завешивать или окна закрывать. Этого не надо делать. Из дома она выходит по необходимости но не занимается тем, что с утра до вечера развлекательные какие-то программы посещает. Траур, это значит, она ведет себя скромно и дает понять, что у нее траур. Четыре месяца и десять дней. Что касается траура, если не муж умер у женщины, а какой-то родственник или любой человек другой, то там три дня и три ночи. Вот три дня в основном траур. Что касается вот, вдовы, вот умер муж, то там больше срок. Но если не муж умер, а какой-то другой родственник, то три дня. Ну, есть в некоторых странах, в некоторых народностях там, преувеличения, которые нужно искоренять. Например, преувеличивают и говорят, что женщина не может разговаривать, общаться или появляться в обществе, когда траур. Это все неправда. Есть объяснение, чтобы она не устраивала из этого демонстрацию какого-то праздника взамен трауру. Траур, он в рамках шариата показывает, что женщины Умер муж, и она в определенное время выдерживает вот этот образ, где она как бы целыми днями там не посещает всякие мероприятия, в которых веселье и так далее. Она может сидеть, общаться, разговаривать с родственниками, с соседями, с женщиной, которая рядом живет, например. Но на второй день после смерти мужа, она ну, не наряжается так, чтобы уже объявление о том, что она без мужа. Суть того, что я сейчас хотел сказать, что не как обычно, от обычной жизни отличается траур тем, что она не демонстрирует постоянное веселье, а печаль хотя бы показать надо, естественно. Но не надо преувеличивать, еще раз скажу, что на балкон не выходить, в окно не смотреть, с людьми не разговаривать, только в черном ходить. Такого не надо говорить. Она пройдет время и получит облегчение, но этот период она должна выдержать этот траур. 407 вопрос о том, кто, например, пачкает мечеть или наджасу распространяет мечети. Это харам, конечно же. Если человек хотел показать издевательство или намерение было издеваться, он не мусульманин, понятно. Но если у него нет намерения издеваться, и он пачкает мечеть даже чистыми, допустим, крошки хлеба или еще что-то, бумага, ссорит или сопли, шлюна, если тоже, то нельзя этого делать в мечети, хоть это не наджаса. Но наджаса – это не чистоты это тем более нельзя в мечети распространять, потому что мусульманин обязан показывать свое уважение и соответствующее отношение к тому, что имеет вы с нами почетность, а плевки или слюну где-то на ковре или на стене или где мебель в мечети размазывать или что-то крошить или из кармана все это выбрасывать мечети, это не соответствует тому, что он должен. Это харам. 408 вопрос. Откладывать выполнение обязанности называется это паломничество, хадж. Если у человека есть возможность совершить хадж, паломничество совершить, то он должен это сделать. Если он откладывает без уважительной причины, настолько, что и вообще не успел это сделать, то он попал в большой грех. Потому что он не выполнил, имел возможность и не выполнил хадж. Если есть какие-то оправдания или убежденность, что он сможет сделать, и отложил и выполнил, то греха нет. Если он откладывал настолько, что уже из-за его этих откладываний, так он и не совершил хадж, то он виноват. 409 вопрос об одолжении денег или о том, кто одалживает, кто занимает деньги в долг. Запрещено занимать деньги в долг, если человек убежден, что он не собирается их отдавать. Явно он понимает это, то это харам так. Или если он убежден, что у него нет возможности выплатить этот долг. И это, там есть исключение, если человек в тяжелом положении, вынужден занять долг, но он не уверен, что, допустим, какой-то промежуток времени он сможет это отдать. Он должен оповестить того, у кого он занимает деньги, кого одалживает, о ситуации. Если тот хочет и сказал, я тебе помогу, когда сможешь, вернешь, и надеясь на то, что он сможет вернуть, одолжил, то тогда не харам. Но, зная,